У выпускников 2016 года прошли выпускные, отзвенел последний звонок, сданы все экзамены. Впереди самое главное – поступление в университет. Свои документы в Казанский федеральный подали уже более 20 тысяч абитуриентов. Их число постоянно увеличивается. Давайте же пообщаемся с будущими студентами КФУ. Казанский федеральный университет – один из 9 российских федеральных университетов. Старейший классический многопрофильный вуз, готовящий специалистов по многим направлениям. Большинство абитуриентов выбирают КФУ по престижу и качеству образования. Но все же у каждого свои причины. Кому дом ближе, а кого друзья позвали поступать за компанию. Ну, КФУ – престижный вуз, поэтому думаю, что многие хотят в КФУ, и я тоже хочу, потому что действительно престижный вуз и хорошее преподавание. После 11 класса я хотела сюда поступить, но, видимо, так не получилось, и в этом году я хочу попробовать реализовать свой шанс. Вот, попробую перевестись. Ехала из города Йошкар-Олы, республики Мариэл. Мой молодой человек обучается в данном вузе, поэтому я решила поступить сюда же. КФУ известен по всей России, как бы здесь я получу лучшее образование. То есть и потом перспектива есть, потом хорошую работу найти. Просто мне понравилось ваш сайт, который я посмотрела, все вот эти институты, там факультеты. Ну, университет очень престижный, очень классный. Надеюсь, у меня все получится. Пока будущие студенты в волнениях несут свои документы в желаемые вузы, вместе с ними волнуются их мамы. Из разных городов республики и всей страны в КФУ приехали мамы и папы абитуриентов, чтобы поддержать своих чад в волнительный момент жизни. По-моему, я больше волнуюсь, чем она сама. Вы вместе приехали, да. С ней поддержать или зачем? Конечно, обязательно. Как же возможно? Поддержка всегда нужна, особенно родительская. Нет. Больше волновалась, чем она, действительно, и в церковь ходила, свечку ставила. Но, слава Богу, у меня очень умная и способная девочка, и она оправдала все мои ожидания. И сейчас я надеюсь, что она поступит в этот самый лучший вуз. Этот вуз я уже 3 года назад приметила, взяла на заметку и поставила цель, чтобы она сюда обязательно поступила. Подача документов позади. Теперь осталось только ждать заветных списков зачисления. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс.